На этих кадрах мужчина в наручниках проводит экскурсию полицейским по своей подпольной лаборатории. Безработный житель Ишимбаев в гараже изготавливал анаболические стероиды. Наладив полный цикл производства, злоумышленник сбывал стероиды посредством почтовых отправлений в различные регионы России. Своих покупателей он находил через интернет-мессенджеры. Химик пояснил, что выводил необходимую формулу методом проб и ошибок, а затем тестировал на себе получившийся препарат. Сотрудники полиции нашли у него более 14 килограммов запрещенных веществ. Всего с начала года в Башкирии зарегистрировано более 5000 наркопреступлений, изъято почти 155 килограммов наркотиков и привлечено к уголовной ответственности 1700 человек. У нас привлечено к уголовной ответственности 30 несовершеннолетних за этот год. За разные составы преступлений, в том числе и за хранение, и за сбыт наркотиков. То есть эти были, в том числе, это были и закладчики наркотических средств. Полицейские говорят, наркоторговля давно ушла в глобальную сеть. Из рук в руки никто не продает, только через тайники-закладки. В специальных интернет-магазинах покупатели выбирают запрещенный товар и затем забирают в заранее спрятанных местах. В этом году у нас, допустим, около 14 интернет-магазинов на территории республики были ликвидированы в составе организованных групп. Вот, в прошлом году, допустим, было 10. В таких магазинах, как правило, есть курьер, оператор и даже отдел кадров. В его обязанности входит набор закладчиков, которые прячут наркотики в укромных местах для дальнейшей продажи. Один интернет-магазин может раскинуть свои сети сразу на несколько регионов. В этом году мы направили уголовное дело в суд, где у нас фигурируют 5 регионов. Санкт-Петербург, Новосибирская область, город Уфа, Екатеринбург, Ростовская область. В наркобизнес идут ради легких денег, говорят эксперты. Как показывает практика, те, кто потребляет запрещенные вещества, занимаются и распространением. По роду работы сталкиваюсь с теми, кто употребляет, я их лечу. Большинство из них, процентов, наверное, так 75 на скидку, они говорят, что занимались в том числе и воровством закладок. Так, даже такой некий термин свой есть определенный, в том числе и расстановкой закладок. В МВД Башкирии напоминают, о местах продажи наркотиков на территории республики можно сообщить по телефону 347-279-3292. Рустам Нурешев, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.